Друзья, да, это не секрет. Я, правда, сегодня проснулся на проекте, убежал с проекта. Кто-то меня, может быть, осудит, кто-то будет презирать, но для меня моя семья, она, правда, важнее. Вот, я проснулся сегодня и не увидел в своей кровати свою супругу. Внутри прям прошел какой-то холод. И я искренне говорю, что я свою семью не готов терять. Потому что я свою семью, я считаю, что собирал по крупинкам. Мне, правда, кровью и потом досталась эта семья. Вы сами знаете, что мои все отношения, к сожалению, были неудачны до тех пор, пока я не встретил свою супругу. Вот. И выбирая и ставя на какой-то уровень, я даже не ставлю ни на какой уровень свою семью, я выбираю свою семью. Вот. Естественно, мы, конечно, не подлые люди, мы обязательно свяжемся с ведущими. Сейчас хотим побыть вдвоем. Вот. И по поводу Насти Стацевят. Настя Стацевят, правда, возвращается на телепроект «Дом-2». Она идет к Дмитрию Дмитренко. Ей нравится Дмитренко. Она хочет попробовать выстроить с ним отношения. А куда эти отношения приведут или нет, смотрите на канале «Юль».